запомнить, на цилиндрах подбросов фонаря оставить спецмембраны силовые толщиной 0,3 мм, только с лысками. Забыл звук включить. Cannot fire. На приеме. Что у вас по направлению? Добро не тихо все. Кеннер, ты отработал метод? Да, я отработал две юристы. Будьте внимательны, чтобы память поняла. Малый, ответь штабу. Я веду бой. Принял. Атакую самолет противника.
отдельная перегрузка. А С, они молчали. На приеме. Смотрите, ваш шахматор может наблюдать АГС? Поможет. Позицию АГС вы наблюдаете? Позицию АГС. Предельный угол атаки. Предельная перегрузка. А минометы работали район 425. Миномет. Отвечу штаб. Отработает район 425. Короче, это чат я дам ответ, не наблюдает ответ сейчас. Принял. Волки, ответ. Какие отработали СПН, Внимание, там скид, там же, куда работали, там где-то БМП, Брэнли. Мы уходим, позиция, там оставили огонь. Я пол 103, у нас там грузовичка с боеприпасами нету. Нет, не было его тенечка. Прием, говорит, танк Скид, сместились на позицию Waypoint 2. Принял тебя, конечно. Тони. Время. Блять, кто-то на минус подрывает. Это, скорее всего, разведка СПН. Нас ко мне прошагаешь вообще, как понял. Я понял, блин. На 391 все в порядке у техники. Тихо, все в порядке, нормально. А что за взрыв был у вас? По вам Абрам стрелял? А это? У вас все в порядке. Все в порядке, миномет вроде. А если на деньги? Я полный поставил, у него контакты. Бабка подтверждает стрельбу. Штаб, это чарли, у нас какие-то мины взрывались там. Я понял, это к вам подходит, понимаете. Все, принял. Сама, а если прочекать из поля вот это, блядь, где взрывало? Блядь, нас не бейте. Миномет, вот я. Он на связи. Чарли, попали по 10-м. Подтверждаю, подтверждаю, а 10-й сбит. А 10-й сбит, попали.
Не могу знать. Павло, Санёк, вы уже знаете ответ? Одина, да? Съём, где там чуть-чуть, где там твоё трансляцию метку. Это 13 телефонов, да. Одина, да? А возможно, нет. Тони. Да-да, на связи, я слушаю. Сергей, нам отработать вместе уличные? Да, отработайте. Пеня, прям за вами нет. Прям за вами нет. Кто проверил, там было нет никого. Да, показывай. А что у тебя подтопливало, нормально? Предельная перегрузка. Предельная перегрузка. А, Коль, ответь, что вы? Ну что? У вас какие-то планы направления? Слышишь? Как обстановка на вашем направлении? Это БМП, у которого он хоть супер силу, не знаю, что будет. Почему техника подвигает? А они как не читали? Я пол 103-й доклад. БК почти израсходовал, потрепали друг друга с Харьком. Он сейчас меня преследует, у меня топливо на исходе. Давай уходи в район нашего ПВО. Я так и сделал, я над нашим ПВО. ПВО, Высота 1,5. Он далеко от меня, но я сейчас над нашим аэродромом. Высоко, пикирую. Он почти все ракеты на меня истратил, возможно даже все, не знаю, не уверен. В район Габадина, знаете, находится Шилка. Высота меньше, по-моему, 1000 лучше даже. СА-13 находится в районе аэродрома. Пол 103, я сейчас низко над аэродромом, этот за мной где-то летит, выше. Пожар левого двигателя. Я сейчас упаду всех на глазах. Штаб, это БМП эльфов, в общем, похоже, БМПшку выбили одну у нас, да, вот пинка. Медик, очухайся. Сейчас у нас Брэдли кроет, там еще танк 425 идет. Это по виду записываем, блядь. Шумяк. Я сделал шмяк. Без сознания. Зато видео получилось шикарно. Поздравляю. А как план нравится? План? Да. Ну, не знаю. А при чем там план? Не, то есть нормально, да? Я сейчас на самолете дрался с Харьком. Весь БК в него. Я понял. Я не знаю, что происходит на земле. Да мне все равно. Мы на высоте 6 километров дрались. Какая там разница, что там на земле. В итоге он меня достал пуском ракеты без какого-либо у меня оповещения. Я его тянул на наше ПВО. Сейчас смотрю. Он на тебя прямо, ты вот снизу вверх заходил, он за тобой. Он выше был намного. Я знаю, я же специально вниз ушел к ПВО. Но он полностью за тобой уходил. По-моему, меня ПВО с вашей сняло, когда я на танчик заходил. Да, причем, вот доклад был, что от ПВО, что от 10-х завалили. Ну вот, я хотя ловушки полностью отбрасывал, видимо, я полностью над ним прошел. Вроде Шилка сбила, кстати. Не, не Шилка. Ракета была? Ну, хер его знает.
Я не знаю, я просто слышал ДВшку, что, но мне-то некогда было немножко разбираться в этом. У нас такой ближний контакт с Гадлайком был. Вообще шикарно. Я выложил, в общем, видео. Теперь бы еще Гадлайка бы сбили бы, я бы совсем был счастлив. Ну как тебя, Маура, сбили, я только что вот. Ракета беззвучно прилетела, я без сознания пронесся над полкарты, на небольшой высоте впечатался в дерево. Но у меня уже и ловушки, и БК отсутствовал, и в общем. Говорю, цель была просто вывести хорек на ПВО. На ПВО? Ну. Ну, интересно, хорек, кстати, много меня пусков сделал. У него там, наверное, ну, максимум 2 ракеты осталось. Будем надеяться, что он не сможет 25-й завалить. Цель-то как раз была сделать так, чтобы ваша авиация не смогла нашу испортить. Ну и попортить заодно наземку. Учитывая, что А-10, так сказать, сам уничтожился без моей помощи, можно сказать, задачу я выполнил. Он на ПВО уничтожился. Ну... Причем как-то странно, на ловушках полностью, и что-то прилетает. Так сказать, жизнь говно. У меня, кстати, топливо уже на исходе было, поэтому я начал отходить. Все-таки миг очень сильно жрет просто на форсаже, а по-другому никак не перекрутить хорек, кроме как на форсаже. Потому что он при малейшем вираже очень сильно скорость теряет. Он тебя из виду потерял полностью, шел просто так. Ничего, зато интересно. Опять воздух-воздух бои. При этом у меня доисторический миг. Ну, правда, хорек тоже не особо современный самолет. Это так, для авиаподдержки просто, не воздух-воздух. Чё-то летит, я слышу. Сушка вроде. Я тут просто переключаюсь на пехоту туда-сюда. Ладненько, не буду ждать.